Ну, специфика. Специфика в том, что здесь всего много. То есть параллельно всякие текстуры, всякие цвета, куча всего. То есть здесь необходимо выбирать, как это снимать. Потому что, с одной стороны, можно однотипного всего нащелкать вообще сколько угодно. То есть тут такая железячка, тут всякая железячка, тут такие ответвления идут. Ну, в общем, по идее, все красиво, прекрасно, везде можно найти эстетику, но что именно снимать и как? В общем, чем интереснее место, тем сложнее все-таки, чтобы именно выборку сделать. Но вот пока что хожу, смотрю. То есть... Что здесь? В плане, например, какой-то текстуры интересно было бы, ну, какой-то вариант дорисовок, предположим, или что-нибудь в этом роде, то есть какие-то линии, которые... Блин, я... В линию. Вот. Вот. Какие-то линии, которые рисунком можно продолжить, фигуры, которые, по идее, видишь, но так как, предположим, никто... Ну, точнее, никто, но, в общем, они не слишком очевидны, можно их как-то продолжить, это с одной стороны. С другой стороны, это компоновка пространства, потому что индастриал этим совершенно прекрасен, то есть разные углы, разные наклоны, плюс так как здание так или иначе деформируется, ну, потому что старое и все остальное, поэтому возникают какие-то новые, ну, вот новая жизнь, сочетание такого техногена и растущей сквозь него природы достаточно любопытно. Но опять же, как это снять, то есть вопрос именно истории про это место. То есть пейзажи и людей, которые здесь так немножко появляются, обитают. В общем, пока в процессе.